Каспийская флотилия уничтожила условного противника на побережье Каспийского моря во время несения боевого дежурства. Военнослужащие выполнили поставленные задачи, отработали подготовку комплексов к нанесению ракетных ударов. Расчеты пусковых установок и подвижных комплексов выдвинулись на позицию, где провели развертывание, маскировку техники, а самое главное – привели комплекс в боевую готовность. Отметим, что бойцы поразили условного противника электронными пусками, тем самым показав высокий уровень подготовки и слаженность расчета. Помимо всего прочего, отрабатывалась оперативная смена позиций и выход из-под ответного удара условного противника. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».